крае утвердили концепцию работы детского технопарка. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин. Технопарк должны открыть до конца этого года. В России таких пока всего три – в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Набережных Челнах, а четвертый появится в Барнауле. Технопарк – дополнительное образование для одаренных школьников. С помощью новейшего оборудования и компьютерных программ они на практике будут изучать робототехнику, нано-, био- и IT-технологии. Для примера, скажем, если это программа «Космо», Квантум, то есть ребята получают дополнительное образование по космическим профессиям, то и оборудование соответствующее. Это модели спутников, это модели кораблей, которые ребята осваивают, улучшают и вот запускают их в действие. В итоге эрудиты должны создать свои инновационные изобретения. Конечно же, не без помощи педагогов. Проект разработан вместе с агентством стратегических инициатив. Одновременно в технопарке смогут заниматься около 1000 детей. Обучение длится 2 года. После выпускник получает льготы при поступлении в любой вуз края.